Высокий берег на крутой выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Hey, ain't nobody, про того. So
Всем привет, меня зовут Настя Маслова, я занимаюсь лайфлупингом. Для создания музыки я использую различного рода девайсы и битбокс. Итак, в своем сете я использую синтезатор Korg MicroKorg XL. Также здесь представлен Кауспад KP3+. На нем я использую различного рода эффекты. Самый любимый — это звук водички. Как я называю звук водички? Вот, водичка побежала. Дальше звук ветра. Я использую, я называю это звук ветра. И также любимый мой звук — барабанов. Также в своем сете я использую TC Helicon Voice Life Touch 2. Самые любимые основные эффекты — это эффект дилей, звук delay, повторения. Повторение. Также реверберация и хардтюн для превращения голоса в электронный. Также здесь представлен микшерный пульт Mackie, метроном Boss DB90 и Akai Professional MPC Fly. Сейчас покажу. Также использую MPC Fly для звуков ударных инструментов, например, бочка. Ну и клэпы. Также у меня здесь есть лупстанция, это звукозаписывающая машинка. Все, что я играю, произношу, пою, стучу и так далее, она может повторять. Сейчас покажу, как это выглядит. Ну, например... Раз, два, три, четыре, пять, 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 два, три, четыре. Вот такого плана машинка. Делает очень многое. Также у нее здесь есть различные эффекты. В принципе, все, что я использую в сегодняшней композиции. Всем хорошего настроения. Занимайтесь лайфлупингом. С вами была Настя Маслова. И пока-пока.